познакомились в кафе. Здесь у нас, в городке нашем, не было свободных столиков. Ну и мы так аккуратно с другом попросились подсесть к ним за стол. Ну а дальше разнакомились. Мы познакомились в кафе. Я сидела с подругой, он пришел с другом, не было мест. И Леша подсел к нам, потому что мы жили по соседству, и он меня знал. Не стеснялась смеяться там даже с таких вот, ну, неординарных, даже некоторых шуток, и, ну, очень мне это нравилось такое. Это, ну, видно, что с чувством юмора все хорошо. Ну и просто, ну, общение очень приятное было. Веселый, смешной, наверное, этим и обратила внимание. Все вот закрутилось, завертелось, и сегодня у нас свадьба. Красивая, конечно же, веселая. Умение уступать, принимать решения какие-то хорошие, неординарные. Может со мной поспорить, это немалого стоит. Я все очень мужественный, очень веселый, красивый. Сделал предложение, значит, прошлым летом мы летали отдыхать. Мы гуляли, это было на море в Египте в прошлом году, в августе. Я заранее купил кольцо, то есть, ну, как бы все мысли были. И, конечно же, с собой взял его на море. Вечером мы прогуливались по территории отеля. Леша меня просто остановил и сделал мне предложение. Я сразу ему сказала «да». И все. Вот я здесь. Я тебя люблю, Алина. Это самое главное. И все. И мне ничего другого больше не надо. Stop chasing shadows, just enjoy the ride. Stop chasing shadows.